для вкусного завтрака предлагаю вам рецепт, как приготовить французские тосты с ванилью. Пшеничный хлеб пропитывается сладкой молочно-яичной смесью с корицей и поджаривается на сливочном масле. Хрустящая поджаристая корочка и нежный, тающий во рту мякиш. Тосты должны хорошо пропитаться в смеси, но при этом не разваливаться у вас в руках. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Яйца, сахар, соль, ванилин, корицу взбейте в легкую пену, добавьте молоко, взбейте, вылейте смесь в форму или тарелку с плоским дном. Ломтики хлеба окуните в смесь, чтобы они хорошо пропитались с двух сторон. На сковороде растопите масло, обжарьте ломтики хлеба с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Подавайте французские тосты горячими, со свежими ягодами или соусом. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Хлеб белый, 8 ломтиков, тостовый, яйцо, 2 штуки, молоко 1 стакан, соль 1 щепотка, сахар 1 столовая ложка, или мед, ванилин 1 щепотка, корица 1 чайная ложка, масло сливочное 1 столовая ложка, количество порций 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До новых встреч!